Так, это что сейчас было? Ну, парень явно в недоумении. Всем хулиганам здравствуйте, с вами Фанзи. Сегодня я заменяю Домера, потому что у него так часто ролики не выходят. Не понял. Че тут забыл? Теперь выходят. Короче, друзья, у нас будет необычный ролик по Грифер Шоу, потому что я буду играть с читами. И мои читы — это вот этот вот раздатчик. В чем вообще заключается суть данного челленджа? Заключается она в том, что с каждым моим киом у меня будут прибавляться новые читы. То есть начну я, допустим, к примеру, с регенерации, а в конце у меня уже будут все вот эти вот эффекты. То есть флай, доступ к приватам, спидхак, сила бешеного уровня и так далее. Скажу сразу, задумку взял безобразие, но немножечко ее переделал. Поэтому советую смотреть ролик от начала и до конца, ибо в самом конце вы узнаете вообще, что можно делать с этими читами, когда у меня будут абсолютно все эффекты. И я также буду возвращать всем игрокам их ресурсы. А как только данный видеоролик набирает 20 тысяч лайков, то сразу же выйдет вторая часть, а еще этот челлендж я передаю Фанзи и Руде. Не забывайте, что все свои ролики я записываю на Real World, IP будет в описании, заходите, я всех жду, у нас с вами будет сходка, потому что я, скорее всего, уже записываю новый ролик. А еще не забывайте про подписку и колокольчик, ибо это очень важно, чтобы вы не пропускали мои новые ролики, ибо совсем скоро вас ждет классный сюрприз, а я вам желаю приятного аппетита, и мы с вами просто-напросто начинаем. Мой первый чит на сегодня будет как раз таки, это у нас скорость, и это, честно говоря, балдежно. Я себе выдал скорость 4 уровня, и сейчас мы также прописываем кит-старт, теперь можно и начинать. Ко мне сейчас телепортируется какой-то игрок, давайте сейчас попробуем принять запрос. А, вот, все, он ко мне телепортировался, и вот, вот, кит-стартер, здравствуйте. Здравствуйте, сейчас как раз таки это то, что мне нужно, и смотрите, 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 что вытворяет этот молодой человек. Сейчас мы попробуем его убить с помощью как раз таки лука. Я в любом случае верну ему все ресурсы, все, по красоте. Кью есть, и это самое главное. Саске Учина. Все, родной, забирай. А я тем самым временем возвращаюсь на хом, и мы открываем для себя новую функцию в нашем чите. Это, по-моему, доступ к приватам. Это просто, друзья, ну, напросто прекрасно. Прекрасно, теперь у меня есть и скорость, и есть доступ к приватам. Смотрите, кого я тут нашел. Парень спрятался в своем доме. Давайте сейчас проверим как раз-таки РГ-инфо. Да, регион есть. Говорим ему здравствуйте. Так, даем как раз-таки КД, закрываем дверь. На самом деле это балдежно, балдежно. Я так понимаю, он немножечко в недоумении от того, как я открываю его двери. Так, закроем двери. Молодой человек, что вы делаете? Вот я, честно говоря, немножечко не понимаю. Оп, зачем? Зачем? Тогда сейчас несем мужчину. Закрываем двери, снова открываем, закрываем двери. Так, все, я его сливаю. По идее, у него здесь стоит сетхом. А если нет, то сейчас мы его просто-напросто телепортируем. Все, держи, держи, подбирай. Ну а мы с вами тем временем дергаем за рычаг и поехали, поехали, поехали. Сейчас мне добавляется еще и прыгучесть. А это на самом деле вроде как и плюс, и вроде как и минус. Но интересно, на самом деле, что будет вообще в самом конце. Опа! Железник! Железник, здравствуйте! Так, сейчас мы как раз кидаем ему КД. Так, сейчас я прыгаю за ним. Все, я его догнал. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Он немножечко в недоумении, потому что вы просто посмотрите, как я сейчас прыгаю. Так, я предлагаю ему непосредственно снести щит, потому что, как по мне, это немножечко лишнее у него находится в инвентаре. И он просто даже не может в меня попасть. А вы представьте, когда у меня будет сопротивление, регенерация и вообще флай. Боже ты мой, прости, пожалуйста, за то, что я тебя сломал шлем, дружище. Я не хотел, на самом деле. Так, у него осталось 3 хп. 3 хп остается. И сейчас мы просто делаем ход конем, по идее. Так, давайте возьмем меч в руки. Раз, два. У него остается 1 хп. А у меня остается пол сердечка. Я предлагаю сейчас, в принципе, ускакать. И я думаю, он сейчас тоже начинает от меня убегать, потому что ему нужно отрегениться. А ну, пробует убежать, но от меня далеко не убежишь. Так, он, я так понимаю, прыгнул в какую-то шахту, да? Вот, вот, привет, родной. Извини, пожалуйста. Но это челлендж. Это челлендж. И раз. Не знаю, выйдет он ко мне, либо же нет, но у него тогда оставалось капец как мало хп. Я предлагаю его бить с топориком. Раз. Главное сейчас непосредственно хилиться. Ой-ой. А хп у меня не так уж и много, друзья. Убегаем от него, убегаем от него. Так, ну слушайте, слушайте. Он сейчас пытается от меня убежать в шахту. Вот он, сейчас давайте пробовать. Так, носим ему как раз таки щит. Так, у него сломались еще и ботинки, прости, пожалуйста. Так, 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 но мне нужно его забирать, друзья, потому что либо все, либо ничего, как раз таки. Так, не расстраивайся, не расстраивайся, ну подумаешь, не попадаешь. Такое тоже бывает, такое тоже бывает. Так, сносим как раз таки щит, и все, мы его забрали. Как раз таки плюс 1 килл, веб-тен, правильно? Это ведь он? Да, это он, это он. Я предлагаю сейчас, знаете, как сделать, чтобы было справедливо. Мы сейчас ему вернем как раз-таки и шлем. И давайте как раз-таки вернем ему ботиночки. Репайр и репайр. Держи, ты, главное, не обижайся на меня. Так, это что сейчас было? Ну, парень явно в недоумении. Блин, на самом деле интересно, что сейчас выпадет. Давай. И мне выпадает регенерация, друзья. Боже что мой, я сейчас буду просто-напросто, скорее всего, непобедим, потому что у меня будет очень быстрое регенерация здоровья. Но сейчас мы это, в принципе, и проверим. Думаю, даже можно попробовать будет слить какого-то алмазника. У нас тут, друзья,
несправедливость, потому что сейчас парень пытается слить Кикстартера, а как по мне, это, ну, не совсем правильно. Так, сейчас мы такие, оп, залетаем, здравствуйте. Ух ты, Кикстартер сразу начинает подключаться. Ну, конечно, да, молодцы, молодцы. Либо же что-то мне подсказывает, что они немножечко в тиме, и они сейчас просто-напросто не успевают даже в меня попадать. Ну, а это на самом деле балдежно, потому что я успеваю за это время отрегениться. Так, сейчас почти слил Кикстартера. Так, давайте сейчас от одного избавимся. Так, почти, все, дал минус. И остается у нас как раз-таки вот этот вот игрок. Сейчас мы быстренько идем. Раз, два. Давай. Почти. Он даже в меня не попадает. Я сразу же извиняюсь, я верну все ресурсы вот этим вот двоим игрокам. Но, блин, это настолько забавно и весело. Так что, друзья, вот за это вы просто обязаны поставить лайк. Так. Он кинул как раз Кендер первого, я бегу уже туда. Догоняю. У него осталось 2,5 сердечка. И он пытается всячески выжить, потому что он не знает, что я ему верну все ресурсы. Так. Он снова кидает Эндер первого и снова ливает. И, к сожалению, он разбился. И тут еще какие-то дополнительные ресурсы. Давайте я сейчас его телепортирую, то есть Боб. И еще там какой-то игрок был. Он почему-то решил ливнуть, не понимаю почему. Зачем он вышел с сервера, если я его ТП? Вот знаете, что самое обидное? Его друг тоже вышел. Я не знаю, что делать с этими ресами, но, скорее всего, я их сейчас выкину вот здесь вот. Но мы сейчас, знаете, как сделаем? ТП. Херы. Все, я установил для него точку спавна. Я надеюсь, что он успеет зайти и подобрать ресурсы. А у нас тут, друзья, остается еще целых 5 читов. Поэтому давайте смотреть, что мне сейчас выпадет. Так. И мне выпадает, я так понимаю, невидимость. Я думаю, можно даже в какой-то момент просто-напросто снять гидстарт и просто-напросто пвпхаться без брони. Здравствуйте, молодой человек, к вам можно в гости, да? Спасибо. Захожу. Так, давай закроем ловушку. Как по мне, она, в принципе, тебе не нужна. Так, здравствуй. У него тут еще рядом живет друг, я так понимаю. Ух ты, какие трюки ты, честно говоря, вытворяешь. Я немножечко удивлен. Давайте его будем бить топориком. Так, раз... Два, все, мы его забираем. Ух ты, пришел его друг разбираться, обалдеть. А друг, конечно, на самом деле такой мощный. Так, Бэтмен ко мне пришел. Но и друг сейчас сразу спрятался домой. Сейчас я подберу ресурсы и чуть позже ему верну. Так, я предлагаю сейчас вот так вот, знаете, открыть двери. Так, ну, Бэтмен, пожалуйста, уходите, Бэтмен. Вы, мне кажется, немножечко не нравитесь. Мы сейчас и этого парня сможем забрать, друзья. Обалдеть. Так, привет. У него осталось, друзья, 2,5 сердечка. Так, и в принципе будет сейчас минус 2. Почти. Ну. Осталось одно сердечко. Так, стой, все. Забираем как раз таки ресурсы. У меня сломалась вся броня. Так, ладно, я в принципе сейчас выкину им все ресурсы, потому что они мне не нужны. Я надеюсь, они их между собой поделят. Все, парни, подбирайте. Это был пранк. У меня сломался полностью кикстарт. И мы сейчас с вами как раз таки открываем для себя новую способность. И это флай! Вы не представляете, как долго я ждал этот флай. Сейчас мы прописываем себе флай. Все, теперь я могу спокойно во время PvP также еще и использовать флай. Это, как по мне, достаточно читерно. Знакомьтесь, вот так вот выглядят мои проблемы. Но сейчас я попробую его как раз таки слить. Так, где он? Я его немножечко потерял. А вот он. Попытка не пытка, как говорится. Я ему сношу, в принципе, по одному сердечку. Но если он в меня попадает, то это на самом деле достаточно больно. Поэтому давайте сейчас будем его бить с топорика. Ага. Слушайте, у меня есть все шансы. Если я его сейчас солью, то это будет просто-напросто замечательно. Но, скорее всего, он меня сольет намного быстрее. И он начинает просто сразу от меня убегать, потому что у него осталось каким-то чудом уже 2 хп. Так, давайте его, в принципе, заберем, потому что, как бы, изначально это был ведь мой килл, правильно? Так, привет, инстакор, здравствуй, родной. Сразу начинает от меня убегать, сейчас я им двоим верну ресурсы, вы не переживайте. Вот, так сказать, почти честное ПВП, но у меня немножечко есть эффекты. У него осталось полусердечко, друзья, и просто последний удар. Все, я приношу свои величайшие извинения. Так, я его телепортировал вот сюда, вот, забираю, дружище. Остались у нас самые крутые эффекты, это сила, сопротивление и спидхак. Ну что, давайте посмотрим, что же сейчас мне выпадет на этот раз. И мне выпадает сила. Сила, это просто, честно говоря, друзья, замечательно. Давайте я хотя бы какую-то броню, наверное, надену. Теперь, по идее, мы можем с вами спокойно сливать алмазников, потому что у меня есть сила, у меня есть железная броня. Сейчас мне осталось их только найти. У нас сейчас будет ПВП против Драгона, и, честно говоря, это будет на самом деле забавно, потому что их двое, я один, но я в железке, но у меня есть также флай во время ПВП. Это максимально, ну, на самом деле весело, то есть, давайте сейчас его дамажить, почему бы нет. Посмотрите, я ему, в принципе, практически сломал тотем, и это, ну, прекрасно. Оп, так, почти. Все, минус тотем, друзья. Обалдеть, просто, я, честно говоря, в шоке. Но главное сейчас не давать себе драгону бить меня, иначе будет максимально больно и неприятно. Вот этого игрока мы сейчас, в принципе, забираем. Его забрал его тиммейт. Главное не расстраиваться. Сейчас мы, походу, дадим минус как раз-таки драгон. Сейчас главное не дать ему уйти, потому что мне как бы нужно засчитать килл. Вы сами понимаете, это все прекрасно. Все, мы его забираем. Телепортируем сейчас сюда Санти. Я сейчас ему скину как раз-таки вещи его друга, потому что Собакин вышел с сервера. Я там им положил еще плюс пару тотемов. Барабанная дробь.
Да, я чисто стучу по столу, но... Так, ух ты, мне выпадает спидхак. На самом деле, хотелось выбить, конечно же, сопротивление, но спидхак, это тоже классная штука. Сейчас я покажу, как он работает. А работает все это чудо примерно вот так вот. То есть, реально, ломается любой блок просто-напросто за одну секунду. Я прямо сейчас копаюсь к этим ребятам. Давай, 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 Сережка, полный вперед. Так, они сейчас будут явно в шоке. Сейчас посмотрим, как сильно они удивятся на то, когда я их сейчас солью в обычной железке. Парень решил от меня убегать, но ничего, не расстраивайся. Сейчас быстренько сносим ему как раз-таки тотем, но главное не дать никому из них уйти. Так, все, минус один. Будем считать, это как раз-таки за килл. Ресурсы я подбирать не буду. А этот парень, походу, их решил сложить, но у него ничего не получается. Минус тотем. Кушает яблочко. Оп, ну, в принципе, он даже ничего не делает. А хотя, смотрите, его друг начал меня бить. Понимаю. Так, давайте сейчас этого заберем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, мы его забираем. Я, к сожалению, подобрал как раз-таки ресурсы. Так, сейчас давайте вот этого также заберем. Давайте сейчас я ему, в принципе, верну все вот эти вот ресурсы. Они мне не нужны. Поэтому сейчас самое интересное. Самое интересное. И так понятно, что мне выпадет. Это сопротивление. Сейчас меня просто даже-напросто никто не сможет убить, даже если у него будет меч на остроту 20. Вот в этом весь и прикол. Сейчас я постараюсь найти максимально много алмазников. Друзья, сейчас у нас будет любительское ПВП. Я буду один против четверых алмазников. Я написал клану и сказал ему, если вы меня сольете, то я вам даю 1000 реликов. Давайте сделаем так. Если у меня получится слить 4 алмазников, то с вас лайк и подписка. И на самом деле это реально интересно, получится ли у 4 алмазников слить меня. Опа, все, понеслась, понеслась, друзья. Я уже вижу, как я сейчас сливаю одного из них. Все, минус один. Я ресурсы подбирать не буду. Так, 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 привет, родной. Так, пробую все-таки убежать, но у него ничего не получается, так. Они сейчас просто-напросто наблюдают, и один из них уже просто ливнул, потому что понял, что видно не судьба. Так, 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 стой, 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 остался у них, я так понимаю, самый главный. И, честно говоря, забавно, забавно это все так выглядит. Ну, давайте все-таки мы его сольем. У него осталось совсем чуть-чуть. Ага, парни немного удивлены. Сейчас давайте я верну им как раз-таки все их ресурсы, потому что они мне не нужны. Я очень рад, что клан согласился поучаствовать против меня в ПВП. Блин, это на самом деле балдежно. Вы не переживайте, всем я верну ресурсы. Напоминаю, как только вы набираете 20 тысяч лайков, то сразу же выйдет вторая часть данного челленджа. Не забывайте заходить на мой сервер, адрес сервера будет в описании. У нас с вами будет сходка. А на этом все, с вами был Домио. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ибо вас ждет совсем скоро сюрприз. Всем пока!